Преступление, совершенное Николаем Юферовым, шокировало даже опытных следователей. Злоумышленника наказали по всей строгости. Убийца 4-летней Яны Белоусовой приговорен к максимальному сроку – пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Мужчину, задушившего свою 4-летнюю племянницу, приговорили к пожизненному заключению. Подробности страшной истории шокировали жителей небольшого поселка. Николай Юферов рассказал следователям о том, как пригласил ребенка к себе, предложив ей бутерброд. После этого мужчина надругался над девочкой, задушил ее, а тело вывез в лес. Известно, что в ходе следствия насильник полностью признал свою вину, но это не смягчило наказание. Безусловно, это, конечно, безжалостные, жестокие преступления, совершенные в отношении малолетней девочки. Собственный дядя, по сути, изнасиловал и убил собственную племянницу, за что и получил заслуженное наказание в виде пожизненного лишения свободы.